Всем привет! Мы снова здесь с вами, в вашем экране. Сегодня мы попробуем поздравить впервые. Собственно, повод всем известен. Совсем скоро мы уже шагнем в следующий год. Уже практически осталось несколько часов. Я не знаю, у каждого там... свое время. Да. Осталось только подвести какие-то итоги уходящего года. Я думаю, что все было так, как должно было быть. Ну, год был сумасшедший. Лично для меня. Ну, да, ты же только приехала. Да, я переехала, вообще сменила место жительства. И в этом и было все сумасшествие. У меня на работе было много всякого интересного. И там тоже есть свои такие прикольные моменты. То бишь у нас как бы мы не стоим на месте, все развивается. И дома тут все как бы развивалось. Очень много было приобретено, скажем так. Сама квартира появилась, в принципе, в этом году. У меня появилась работа, за что я очень тоже рада в этом году, в этом городе, в новом городе. Все складывается довольно хорошо. Я думаю, что мы не будем особо говорить о том, что, ну, про канал, про все, как, чего будет. Единственное, что хочу подметить, что наконец-то мы стали полноценно заниматься, так сказать, нашими видео, нашими там летсплеями и все такое. То есть все стабильно выходит. Несмотря на то, что была большущая загруженность, особенно в декабре месяце, из-за этого некоторые вещи пришлось перенести. Но в целом все хорошо идет, и я думаю, что у нас не будет никаких перерывов, все будет так же стабильно, даже где-то что-то будет добавляться. Вот, все. На этом, наверное, про канал закончим. В общем, хотим, собственно, приступить к поздравлениям, и хотелось бы, конечно, начать в первую очередь с родных, с наших мам. Вот, мы вас очень любим, мы дорожим, что у нас есть. Конечно, мы не всегда можем с вами связаться, там, что-то там позвонить или что-то сказать иной раз. Но мы вас любим, мы вас помним, да, несмотря на расстояние. Да, жалко, что мы не можем быть рядом. Блин, я уже начинаю плакать. Держись, Даша. Это не только мам касается, а всех близких, братьев, сестер. Мы вас помним. Мам, папа, бабушек. Хотелось бы, чтобы наше расстояние между... расстояние между нами, с вами, вот, оно было незаметным, то бишь, чтобы мы постоянно могли контактировать, постоянно могли как-то передавать свои чувства. Поддерживать связь. Да. Ну, чтобы не было ощущения, что вот там где-то далеко, там есть родня, а чего с ними, как вообще происходит, непонятно. В общем, ладно, опустим эти все мелочи. Главное, чтобы все было хорошо, чтобы у вас было много сил для дальнейших каких-то, может быть, и препятствий или еще чего-то, чтобы всегда находились какие-то выходы из ситуации, чтобы вообще жизнь была достаточно ровной, интересной при этом, опять же, чтобы сюрпризы все были только... хорошие, да. Добрые. Также мы хотим поздравить сестер, братьев, это мы вроде сказали, дядь, теть,
племянников моих, во всяком случае, у тебя есть племянники? Да. Вот, наших всех племянников. У нас очень много родственников, поэтому мы прям слишком конкретно не поздравить. Да, лично прям углубляться не будем прям на личность, потому что это можно затянуть на полчаса, наверное, видео. Единственное, что, ну, братьям, наверное, вот у меня младшему брату я бы хотел пожелать, чтобы у него тоже было больше интересного в жизни, чтобы как бы развитие какое-то было в работе, не знаю, там что-то поменялось, если его это не устраивает. Чтобы вот. Все сложилось. В общем, чтобы все получалось и все было круто. И вот. Старшему моему брату хочу передать привет и поздравить с Новым годом. Пусть в новом году все будет так же продуктивно, как и было в предыдущем, уже закончившемся году 2018. Вот, надеюсь, год свинки принесет нам еще больше плодов и больше счастья. Как-то так. Давайте к друзьям. Да, приступим. У нас очень много друзей, как и в реальной жизни, так и в интернете, потому что, в принципе, больше половины жизни мы, как бы получается, проводим в сети. У нас... Так уж вышло, да, такое поколение. Такое поколение. Во-первых, нашему общему другу Николаю хотим передать привет, пожелать... Ну, стабильности в его всех делах, чтобы с компьютером наконец-то все решилось. Есть там некоторые у него какие-то моменты, чтобы не затягивалось решение проблем, чтобы все решилось, чтобы все получилось. Чтобы с каналом все было так же круто, чтобы он процветал, развивался. Да, рост идет, и пусть оно также растет. Да. Это даже я могу передать и своим остальным ребятам, коллегам в беседке, моим хорошим друзьям. Это Кави, Еноту, Вовке, Бармалею, Артему, там, Дмитрюку. Ребята, я вас всех помню. Всем респект. И чтобы... Ну, как бы все силы, которые мы вкладываем в наше дело, чтобы оно как бы... Не пропадало даром. Да, чтобы все получилось. Я, кажется, уже 10-й раз это сказал, но это очень важно для меня. Я хочу передать, мы вместе хотим передать еще большой привет и поздравления Дарине, Сабрине и Крафте. Мы вас очень любим и хотим, чтобы у вас тоже все было очень хорошо, чтобы все складывалось, мечты исполнялись и тоже стабильности во всем. Да, очень сложно, когда ты куда-то приезжаешь и сразу вот так вот, чтобы все было как надо, не получится. Для этого очень много сил надо вкладывать и всегда по-разному... Мы тратим время, скажем так, на это. Кстати, хотел бы Летсону передать привет ребятам нашей партнерки, поздравить их с Новым годом, также с наступающим. Сказать им большое спасибо за поддержку, за то, что как бы, ну, люди отзывчивые, всегда подскажут, что где, как. И всегда такой, знаете, это не в одну сторону, так сказать, диалог получается, не монолог. Спасибо большое. И еще хотел поблагодарить Димку Куплинова и с Катей. Они так незаметно протекают в моей жизни тоже. И за помощь некоторую, просто чисто по-человечески спасибо. Сереге и Лене, всем моим близким друзьям в сети тоже всего хорошего, всех благ. Димке, я думаю, Димку мы еще увидим лично. Поздравимся рендера. Вот, ДТМЛ, я не знаю, как еще его сейчас назвать. Как там, но он понял. Мидбой там или как? Да. Супер мидбой. Да-да. Блин, как же это все затянулось-то? Я так думаю, что у нас столько, оказывается, знакомых. Наташе, кстати, тоже передаем привет. Поздравляем с Новым годом. Пусть тоже все наладится и все будет хорошо. Вот, я, кстати, хочу еще друзьям, с которыми мы встречаемся лично, которые нет-нет, да, нас... зовут в гости или просто мы с ними пересекаемся, как бы общаемся, ну, которые про нас не забывают, и мы про вас тоже лет вы помним, да. Дружите. Это Дима с Надей Милошенко, это Саша с Катей Яреницкий, это Коляну Неспьянову, там Антохе Волкову тоже привет. Также Шагину, Диме, моим всем коллегам, так сказать, по группе Меридиан. И их женам тоже привет огромный. И хорошего вам года следующего, чтобы
была возможность реализовать какие-нибудь там свои планы, я не знаю, просто... Устраивать концерты уже, я хочу оторваться на вашем концерте. Даша приехала, а мы все, у нас как-то все так прям... Я надеюсь, в следующем году у нас все-таки что-то получится, и мы добьем то, что начали в этом году. Вот. Да. У тебя с подругами тоже... Да, хочу передать привет и поздравления личные моим подругам, которые остались в Новосибирске. Это Аня, Катя и Оля, мои спутницы просто по жизни. А также большой привет и поздравления всего наилучшего моему лучшему другу Егору. Друг-брат, как я его называю. Вот. Чтобы у вас тоже все было здорово, хорошо, сильно, не скучайте по мне, мы все равно на связи всегда. И я буду все равно стараться как можно чаще приезжать. Как только будет возможность, ждите нас летом. Мы с вами увидимся скоро. Да? Ну, не совсем скоро, но да, увидимся. Я, кстати, вспомнил про друзей, опять же, из моего города родного, с Нариманова. Это также Арсению, Максиму Самошкину, Сашке, Артему, господи, Олегу. Там, много ребят, которые, может быть, даже и не увидят этого видео, скорее всего. Все равно, если они вдруг его увидят, вам привет и всего хорошего. Вот. Так, кстати, насчет тех, кто, возможно, и не увидит это видео, я все равно на всякий случай хочу передать привет и тоже поздравления своим одноклассникам и однокурсникам, даже не одногруппникам, а однокурсникам. Всем-всем, кто меня знает, в общем, большой привет и с Новым годом. Да, надеемся, это видео не было таким прям затянутым. Мы больше половины видео, мы перечисляли друзей своих. Ребята, подписчики, спасибо, что вы у нас есть, что вы смотрите канал и... Поддерживаете нас. Да, какой бы смысл был, если бы не было зрителей вообще, тех, кто смотрит. Это очень-очень большая поддержка. И, в принципе, больше в это и не нужно. Хотим пожелать вам, чтобы у вас... мечты сбывались, чтобы появлялись новые интересные какие-нибудь там, не знаю... Цели, планы в жизни. Да, не только в жизни, может быть, что-то в сети, там какие-нибудь игры прикольные, чтобы... Вообще, чтобы в следующем году, так как у нас и канал игровой, чтобы было больше интересных проектов, не только графически, а действительно был что-то такое, прям, чтобы сел и ушел туда с головой. Вроде бы все, можно выдыхать. Отстрелялись вроде. Коллегам ты передал? Коллегам обязательно. Всем, с кем я работал. Да, с кем работаю сейчас. Я думаю, у всех свой путь. И да, да, хотелось я бы пожелать, чтобы они... Тоже. Говори. Чтобы они смогли все, что хотели бы сделать. У меня все, в принципе, поздравления складываются на каких-то... Как сказать... свершениях целей, да. И все такое. Ну, это очень это важно. Жизнь. Если ты что-то делаешь, в принципе, да. Все, что я вот своим каналом, сколько я занимался до того еще, как Даша приехала, постоянно много очень вкладываешь всего в это. Если бы, когда ты вкладываешь, ничего не развивалось бы, тогда цель бы пропадали, не было бы интересного ничего. Да, я хочу тоже, пользуюсь случаем, передать привет и поздравления моим коллегам, если вы смотрите, конечно, тоже. Вот, спасибо, что вы есть, что я вас нашла, мне очень здорово и классно с вами работать, и я надеюсь, что это будет... Мы в таком составе будем очень долго работать, и все у нас получится, и я думаю, что мы даже вырастем еще больше. Вот. Больше новых интересных проектов. Вот да. Так. В общем, родные, всем вам всего хорошего. Не забывайте про нас, мы вас тоже не забудем. И в следующем году, я думаю, со всеми вами увидимся. Если не лично, то, скорее всего, хотя бы где-нибудь в интернете. Ну и всего вам. Всех мы поднимем за вас. С Новым годом. Эти бокалы. Да. Пусть все будет хорошо. С Новым годом. Ура! У нас хлопушки только не хватает. Там ставим эффекты. Да. Ладно. Счастливо.